Всем привет! Сегодня будем смотреть постройки Святого Пельменя. Да. Ну, FNAF. Я эту я построил, когда еще не было более-менее этих успехов у меня. Я еще ничего не мог создавать. Так, вот, ну я хотя бы узнаю, что это такое вообще. Это я даже не знаю. Что... Мне один FNAF пишут, а что такое, я даже не знаю. Так, какая-то детская площадка, что ли? Ну, я еще мелкий был, так я просто решил создавать. Сядь сюда, вот на эту штуку. Кто-нибудь включите эту штуку, кататься. Конечно. Раз, два, три, четыре, пять. Мы идем. А, так прикольно. Выглядит максимальная скорость. Так, давай дальше. Что тут еще есть на детской площадке? А, остановить надо это. Здесь уже все время жизни я хотел создать. Вот эти... спортивной площадки, этих два. И второй этаж. Ой, а мы туда даже не попали. Вот же тут вход. Ну, первый этаж я еще новичком был, поэтому... Это я так, по детскому воспитанию хотел сделать себе комнату. Не очень красиво, но хотя бы хоть что-то есть. А почему солнце из металла? И дерево тоже. И трава даже. Ну, я же говорю, что я не был более опытный. А у тебя самая милая. Овечка? Заходи в эту комнату. Не овечка. В комнату зайди, в слева, которая на... Банда кушает бамбук. Это отсылка на Майнкрафт? Да. Так, куда тут еще надо быть? Это выход, я понял. А вот кухня. Для людей, кто любит кушать. А, не закрывайте меня тут в кухне. А куда теперь? Ну, это тут хотел мой друг тут кожу создать, поэтому он не успел и потом вышел с Роблокса навсегда. Это ванна. Стоп, если ты ушел с Роблокса, то что ты сейчас тут делаешь? Друг мой ушел, я нет еще. А, это что? Типа ванная. Я же новичком был в этом, поэтому не удивляйтесь, что тут не очень качественно. Так, теперь куда идти? На второй этаж. Это Степсона. О, это самое страшное, Аня. Что это такое? Это есть FNAF все аниматроники, фантастики, как говорят. Фантастика аниматроник. Я пытался создать такого же аниматроника, как во FNAF-ах, потом решил нет. В Роблоксе зашел, создал скин и такой пересоздал здесь. Так, а вот это что за это? Это укушенный мальчик из 4-й части. Только уже улыбается, который радуется жизни. Так, здесь можно тортики покушать. Тортик, пицца. И вот эти. Ну, эти Чика, да. Чика, Бонни, Фредди. Это непонятно что-то. Ну. Так, хорошо, давай дальше. А что вот эти, они что, могут нападать или что? Ну, как по всей видимости, по трейлеру они должны нападать, да. Но они не двигаются, поэтому это просто как манекены. Хорошо, давай дальше. Так, вот у меня замок. А нет. Это не замок, это комната пыток? Да. И поэтому это какие-то шифрованы, ты можешь вот двигаешь. Идешь, и тебя сталкивают отсюда. Наша цель выжить здесь. Давай, начинаем. Ага. Бежим. Кто же выиграет? Космос. Давай попробуем врезаться туда еще раз. Можно. А если такую штуку поставить на спавне, чтобы когда человек спавнился, его такое било? Можно. Тогда уже никто не будет бить, вот играть с тобой. Да, все скажут, да ну нафиг, да ну этого человека. А-а-а, ну столько больно. Но. Я не к сундуку улетел, я в бездну улетел. К сундуку вообще возможно отсюда полететь? Ну это очень редко. Это еще, это очень-очень редко. Очень-очень. У меня еще ни разу не получилось. Здесь потом я просто решил по офлу сделать машину. Вот, то, что вот, я не разбираюсь в машинах. Я не разбираюсь в машинах, поэтому за качество машины можешь не удивляться. Ну что это за колеса такие? Прикольные. Это конфетные, которые более твердые. А у тебя сколько таких конфетных колес? Ну, конечно, значит, посмотрю, что так. А, вместо запаса еще 13 штук. А у меня только их 3. Вот. Так, этих у меня 14, красных у меня вроде бы 17. Да, я вообще ивент не проходил, один раз только поиграл и все. Здесь же, как обычно, можно сесть и радоваться жизни, тут можно кататься, радоваться. Садись на стульчик. Конечно же, сейчас. Хочешь, можешь попробовать валять, только сразу скажу, тут скорость очень большая. Сейчас у нас будет эксперимент. Эх, эксперимент не удался. А как перевернуть эту машину, если она так? Никак, уже все. Давай, знаменитый трюк, прыжок в воду. Ой, что творится? Я пытаюсь умереть, я не могу умереть, я умер. У меня есть вот, получается, вот машину мы смотрели с тобой. Стой, а что с тобой? А, да это я скины поменял, у меня под настроением все меняется. Как? Это я из-за... поменялось? А, я просто зашел в атаке и успел поменять, поэтому ничего удивить. Вот это чудо, кто сейчас ты видишь, это тоже из зоны режима. Это что-то связано с рыбалкой и с акулами. Хотел такую создать. Shark Bait? Да. Я тоже такую играл. А давай попробуем на ней поплавать. Вот. Ну, можно. Вот Кадона, ну только я такое там не видел. Ну давай сначала осмотримся, а то на воде это делать уже будет сложно. Так, здесь у нас коврики и панель управления. А? Навигация, а красные точки это кто? Те печеньки, которые улетели в космос с зимнего обновления. Надо их найти и спасти.
Да-да-да. Это будет наша операция. Так, а как наверх забираться? С другой стороны. А, так, здесь тут у нас что? Диванчик, телевизор, кроватка. Ну, в принципе, может... компьютер, все необходимое, чтобы добыть до конца. Ага, и радоваться жизни. Ну что, пельмени взял? Конечно, я обожаю пельмени. Так, ну поплыли тогда. На поиски вот этих красных точек, а то есть печеньки и щелкунчика, которые улетели из зимнего обновления. А? Ну, корабль прикольный. А почему он двухэтажный? Да потому что я решил так сделать, чтобы было интересно другим персонажам пройти. Пока остальные черят, а ты управляющий. Как будто ты капитан, ты наш. Все разругливаешь. А ты там попробуй что-нибудь походить, побегать. Угу. Чтоб потом я улетел, конечно. Нет, стой, ты куда? Не. Замени меня. Водитель, замени меня. А я не водитель. Ты водитель? Теперь ты водитель. Давай, води. Твоя очередь. А, кстати, тут вентиляция еще, я тебя не заметил. И лампочки. Я пойду на второй этаж веселиться. Веселитесь, молодой человек. И радуйтесь, пока есть возможность. Спасай! Спасай меня! А. Ты что, не заметил, что я упал? Я сейчас проиграю. Давай. Фух. Почти что проиграл. Сейчас, осторожно. Фух. Стоять на месте, не двигаться. Куда? Я тебе работу на платформу тебе дал, ты можешь залезть. Да, все, не едь никуда, стоять на месте. Я постараюсь. Ты главное моторы не потеряй. Ладно, все, давай, я буду водителем, у меня не получается наверх залезть. Только ты сам, пожалуйста, не ври, как не знаю кто, как чувачок. Ой, ты куда? В гости, под воду. Ладно, заходи просто внутрь и все. Вот сейчас будет очень опасно. Ага, сейчас. Главное не прыгай, когда ты прыгаешь, тебя уносит далеко. Это нормально, все. Так. Закрывай двери. Я пока шпагат сделаю. О. Кто плывет на дне океана? Губка Боб. Ну, корабль очень классный, и, наверное, он сможет до конца доплыть. С вероятностью 30%. Что? С вероятностью 30%. А почему такое именно? Там будут потом взрывчатки, а мы потом улетим из взрывчаток. Поздравляю, вы получили... Так, ладно, давай смотреть следующую постройку. На этой мы очень сильно задержались. Из наковальни? Не. А, ну да, типа, чтобы защита была небольшая. Это я еще был мелким и тоже пытался его создавать. А для чего это нужно? Чтобы тоже фармить. Я убью. Садовая, я управляю. Вот это да! Колесо в виде России. Россия свежая душа, сделана с душой. Колесо России. Куда лететь? Куда ехать, то есть? Ехать только вперед. И шагу назад. Угу. Можно я покашлять немного, может включить чат? Пока ты можешь ехать, может что-то написать в чате, или бег там пойти по туалет. А, ну да, есть или... такой баг в Робоксе, то что когда ты включаешь чат, то последняя карточка, которую ты зажал, она зажатая. Угу. Ну я им тоже иногда пользуюсь, когда мне нужно, когда меня подписчик далеко, например, выбросил, мне нужно долго идти до базы. Ну, раньше я таким пользовался, на стриме. Ай, что у нас случилось? А. Тебе надо развернуть немного на 30 градусов или больше. Вот так надо? Да. Вот здесь нам будет хана. Какой хана? Потому что тут... Хана не будет, пока... Хана не будет. Так, тут надо осторожно проплыть. Вот тут нам будет точно хана. Хотя нет. А. Ура, мы доплыли. Ура. Половина колеса только осталась. Ура. Тоже неплохо. Ну и всем пока, до скорого. Всем пока. Да, пока.